Богослужіння онлайн. Так відзначали Пасху в Україні торік. І за словами головного санлікаря Віктора Ляшка, скоріш за все, у такому форматі проведуть і цьогорічне свято. Втім, у 2020-му чимало вірян знехтували карантинними заборонами. Чи підуть дніпряни до церков цього року та як ставляться до обмежень, спитаємо в них самих. Так, звісно, хожу в церкву на Пасху. Я є прихожанином Православної церкви України. И хожу, и радуюсь тому, ну, и отношусь очень с пониманием. Бог всегда хотел, чтобы мы были здоровы. То есть, если сегодня государство хочет, чтобы мы были здоровы, почему мы не хотим быть здоровы? Поэтому я приветствую пасхальные службы онлайн. Самое главное, что Бог должен быть в душе у каждого человека. Находимся мы в этой церкви, не находимся, неважно. Когда у нас Бог в душе, мы отмечаем все праздники, поэтому вот такое мое мнение по поводу этого вопроса. С пониманием отношусь. Позитивно. Я отношусь, потому что это разносчик коронавируса. Нам этого не нужно. Я считаю, что это правильно. У нас каждый день в городе огромное количество заболевших. А народ пойдет валом. Так вот, я считаю, вообще церковь закрыть и никого не пускать во время карантина. Наверное, пойду. Потому что это надо не забывать. Традицию нашу. Без комментариев. Кто захочет, по-любому пойдет. Будут ограничения или не будут. Вот, конечно. Ну, конечно, такая вот зараза летает часто. Конечно, страшновато. В смысле, для нас, пенсионеров. Ну, а тем не менее, Пасха – это такой праздник торжественный, что надо, надо, конечно, пойти. Писательно относимся, что хотят закрыть. Мы люди ходили и будут ходить. Ходить. В данном случае не пойдем. Дома посвятим Пасху. Главное, чтобы у нас люди соблюдали карантинные все меры. Одевали маски, не забывали их носить. Потому что иначе карантин ничего не дает. И без разницы. Положительно отношусь, в церковь не хожу. Эпидемия уже достала, поэтому надо предохраняться. Хотелось бы и в храм сходить, но в связи с происшествиями, которые происходят, можно и дома посидеть. Во благо семьи, здоровья и всего остального.